Клопы атакуют. Как ни странно, но вопрос о том, как вывести клопов, остается актуальным даже в 21 веке. Чебоксарцы стали чаще жаловаться на этих насекомых в своих квартирах. На предприятиях дезинфекционного направления каждый день принимают 20-25 звонков от жителей столицы с просьбой избавить от непрошенных гостей. Домашние клопы – это не те братья меньшие, которых мы с радостью держим в своем доме. Они селятся в домах, живут в мебели. Для людей такое соседство опасно. В организме насекомых долгое время могут сохраняться возбудители чумы, лихорадки. Они же являются передатчиками вирусов гепатита. Всплеск вот пошел последние 3 года. Вот как бы увеличение обращений граждан. К тому же мы сталкиваемся с этим не только в Чувашии, но и в Татарстане, и в Республике Мариэл. Пик обращений граждан, ну, в основном происходит, да, уже в теплое время года, весна, лето, когда температура воздуха повышается, клопы активизируются. При неблагоприятной температуре и недостатке питания клопы могут впадать в анабиоз. Вы можете принести клопов из гостей, можете принести в складках одежды, могут рабочие занести с собой, там, когда проводят ремонт. Они могут перебраться вам от соседей по вентиляционным шахтам, которые расположены в квартире. То есть никто не застрахован. И если проводить выборку по районам, то мы видим, то, что количество обращений, ну, практически везде одинаковое, какой район мы не возьмем.